С самого детства Руслан искал себя в спорте. Занимался боксом, волейболом, баскетболом, плаванием и грузинскими танцами. А с 2011 года пришел в брейк-данс и уже через несколько лет стал побеждать на крупных фестивалях и чемпионатах федерального масштаба. 3 года назад впервые покорил судей на чемпионате мира и продолжает привозить кубки, медали и дипломы из разных стран, выступая под псевдонимом «Гром». Сейчас в копилке танцора более 70 наград. Очередной титул чемпиона мира возрастной категории до 15 лет Руслан получил на чемпионате в Китае. В ближайшее время будет отстаивать свое звание в Сан-Диего. Ближайшая поездка у меня будет в Соединенные Штаты Америки, в город Сан-Диего, в котором я буду принимать участие в 1-на-1 своей категории до 15 лет. И буду пробовать себя во взрослой номинации, то есть старше 18. Поддержку в танцевальной карьере Руслану оказывает управление молодежной политики Сочи. Мне хочется только тебя поздравить со всеми твоими успехами, вот достижениями, которые уже ты, как молодой, молодой парень, но уже Руслан Игоревич, молодчина. Спасибо Сочи, за то, что Сочи, ты прославляешь Сочи. Да. Это что же очень тоже да. Продвижение. И родители конечно, помогают. Продвижение всегда, курорта. Ну а папе, я думаю, что уважение, я думаю, да. Что это и есть самое лучшее вложение да. Своих детей. Анатолий Пахомов вручил танцору почетную грамоту и пожелал Руслану дальнейших успехов на мировых брейк-данс-аренах.